А что если старая мета? Короче, старый обуз крестов тинкером. Все, поехали. Хорош. Подожди. Молния через всю карту. Нереальные мувы. Мусур это карты. Пак походу наглый будет, сразу идет тычковаться. Под промахами тычкуется, гений. Вот смысл, вот зачем он с тобой дрался без тангусов хотя бы? Ну, таверну полечит. Что он тебе будет делать? Жесткие хайлайты. Возврат? Хорош. Вообще легко, просто... Я просто настрелял это на вставочку, ну реально. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, а сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если старая мета? Антонио, ты тут? Да, на месте. Как давно ты запускал крейсеры в бухту? Ой, надо вспомнить. Ой, давно это было? Надо вспомнить, знаешь, это так. Но ведь старые кости, так и тут, знаешь, давно это было. Короче, друзья, сегодняшний видос у нас будет посвящен крейсеру в бухту. Это кунка. Антонио, умеешь же на кунке, да? Да, вроде помню. Ну вот давай, бери кунку. Ну а второй персонаж это у нас будет тинкер. Ну и примерно тут уже понимаете, как будет происходить ситуация, как будет происходить сам контент. Все просто. Старый обуз крестов тинкера. Я буду, значит, под колодцем пивать ром. Да, ром пить там, обсуждать что-нибудь. Не, ну вначале, конечно же, будем играть стандартно. Пока не возьму дагер, догон и условный тревел с солрингом. Пока не появится такой билд, мы будем, конечно же, играть стандартом. Антонио будет гангать, Антонио будет сосать, там, убивать, что хочет будет делать. Короче, в целом будет стандартный геймплей. Ну а прежде чем начать просматривать это видео, друзья, конечно же, поставьте лайк, подпишитесь на YouTube, подпишитесь на ТГ и на ВК. Все ссылочки у нас имеются в описании, поэтому не ленитесь. Ну и, конечно же, поддержите этот видос лайком. Мы старались и очень-очень-очень старались для того, чтобы вам было, как говорится, приятно лицезреть эти каточки. Смотри, там какие, там уже там пишут, уже пошла агрессия. Короче, стандартная, да, катка начинается. Когда видишь такой чат, сразу говоришь, катка начинается. Так, ну и мид. Вот так вот напишу сразу. Мид. Ух, там что-то жестко пикают, да? Стрюнкера возьму. Как я давно на стрюнке играл, да? Я что-то недавно прикайфовал прям через догон играть. Я обычно такой играю ленивый билд, менее таргетный такой там, через ракеты просто Т, Р, Т, Р, Т, Р и все. А что-то через догон прикайфовал. Так, догон, так, тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, вот это все. Вот, тетя красиво было. Прям реально. И что-то решил, почему бы не записать этот видос, который все давно просили. Ну, почему нет? Почему нет? Вообще, как бы, ну, видос должен получиться прикольный, интересный. Ты как вообще думаешь, что-нибудь будет интересное здесь? Если начало не всосать, а пак может напрягать на линии жестко, дальше уже изи пойдет. Да, да, да. Но пак такой, да, пак прям поднапряжет, я думаю. Ну, я смотрю, там еще и Виверос. Ой-ой-ой. Но в целом, я думаю, катка в любом случае наша должна быть. В любом случае наша. И, ну, интересно должно быть. Что должно быть интересно? Что там, ТГшка? Хорошо. Так, че там у тебя? Как ты там, этот горный хайс, это... Да-да-да. Помню, алхимик это орёт, короче, на инглише. Такие слова мы не произносим на стримах. Да. Ну, блин, интересно, звучит... Я вспомнил, жесть, напомнил ты мне. Просто я помню, какая-то, короче, какие-то версии Варкрафта вот эти, они есть с озвучкой, а какие-то версии нет с этой озвучкой. Я не знаю, почему. You love my recipe. Вот это он говорит. I'll shake that right up. Да, блин, ну по кайфу. Я не знаю, почему у меня нету этой озвучки. То есть у меня русская почему-то озвучка на алхимике.
именно в этом, в этой сборке. Почему нет, не знаю. Поставить на мид? Дай мне, я сам поставлю, если что. Спасибо. I'm Shaq Terreira, что-то там такое. Терейра какая-то щей. Смотри, там пак нулик, короче. Веточки. Не, ну профессиональный Затар, 83-й карты у него, кстати. Смотри, цементка еще. Это кто? Манусюр в соло. А ну давай Мансуру. Мусур. Это картуй. Тарантино, мне кажется, можно на передочек взять. Пошел Тарантино. На передочек Усру вперед. За что мне? Вот Урса и тычку не дает. Прикинь, Криса какая. Я думал, тычку даст, и я лазер там. Он еще и руну мою пошел забирать на Урсе. Ну, вообще МХ, короче. Войд мид пойдет, да, походу? Я приколюсь, мидочек интересный будет, дядь. Если они сейчас в миду будут стоять. Да, нет, уходят. Ай, Мусур это карту, дядь. Мусур это карту. Пак, походу, наглый будет. Сразу идет тычковаться. Под промахами тычкуется, гений. Конечно, на паке. Он без расходников пришел просто с тобой размениваться. Да, то есть он рассчитывает на то, что он меня перекаесит таким билдом, но он начинает размениваться под лазером причем. Вот смысл, вот зачем он с тобой дрался без тангусов хотя бы? Вот что он сейчас будет делать? Ну, в таверну полечит. Что он сейчас будет делать? Что это за вопрос? Он просто сфоткал вот профессиональный закуп. А как с ним играть, мне нафиг надо. Так, я посмотрел у этого стримера, он закупается вот так. Он выиграл игру, да, значит, надо попробовать. Ой, мне никто не запулил, я же не аза. Ой. Начинается так, хватит вот этого. Опять его сюда. В мид вот этого отправляешь. Раньше были шутки про мамку, да? Теперь про Аску. Да. Жиза, жиза. Полетели. Не, ну пак, конечно, у меня на мину прям обманщик. Еще тот. Так, хорошо, батлига есть. Такое ощущение, будто он на паке вкачал этот в двойку. Тройку свою. Shift. Очень странно выглядел. Долго. Вот он нашел выход из ситуации. Как переживать тебя? Вкачивать Shift? Да, он Shift качает, дядь. Ну, видно, вроде что-то... Я по Затару подумал, что он, ну, более-менее что-то соображает. Но, исходя из того, как он стоит в центральный коридор, да, там, тычкует вот это вот просто так. Сейчас будет тун. Не, ну, пак откровенно слабенький в миду, ребят. Я не спорю. Не надо об этом потом писать комментарии. Парнишка слабоватый, это видно. Но, тем не менее, как говорится, у нас сегодня видосик посвящен контенту, поэтому мне все равно. Я даже зашел с аккаунта, где есть поинты, чтобы можно было нормально поиграть. По интереске. Фига ты. Ух ты, обманывает пак. Вот ты. Яру с него. Нет, это вообще обманщик. Пак обманщик, волшебник, я не знаю, что он творит. Просто машинка. Кудесник, бабушка-машинка, я тебе отвечаю. Кудесник, не то слово, дядь. Кудесник. Это у Макса 105 было такое видео. Да, я помню. Кудесник. На паке, конечно, реально. Ух ты, я добил. Но там у меня не варик было 2000 раскидывать. Killing spree. Я ненавижу, на самом деле, тинкера, вообще жесть. Как ты вот вообще, ну, во второй доте, конечно, немного тинкер другой. Вот когда стоишь против тинкера, вот тебе комфортно стоять вы с него или как? Сейчас он мусур там,
Он, ну, он без маршей там. Его он саппортом теперь играется. Его на мид больше не берут. Так что я не знаю. Ну вот, допустим, я тебе расскажу. Как вот, я играю против тинкеров, да, обычно вот на стриме заходят пацаны, тинкера берут, меня сразу это напрягает. Почему? Потому что это такой герой блевота. Типа, тебе нужно держать диапазон ХП, чтобы не сдохнуть с прокаста. Ты с ним не можешь размениваться, потому что он кидает тебе промах. И просто в тупую тычкует. И чё, делать? Нужен только лютый контрпик какой-то. Лайн сильный, лайнер он сильный. Очень сильный. Я на нем играл часто раньше, на первой доте. Мне он нравится. Мне он нравится. Такой довольный сидит. Тинкер сильный, мне нравится. Мне, да, он сильный, мне нравится. Вообще, конечно, ты мусыр. А им играть по-разному можно. Мне сейчас послышалось, а им играть, Юрий. А им плей. Слушай, можно, я так смотрю. Делать. Стаки? Можно прокасты, через прокасты, можно через стаки, если маршей прокачивать. Все, ну, разнообразие в геймплее куча. Это мне нравится. Да. Мне тоже это нравится. Как у Пуджа, разнообразие геймплея. Да, либо через флеш-хип. Либо через лес, через флеш-хип, через мом, рапиру, либо через стандарт билд. Согласен с тобой. А еще Рошана люблю стакать. Это по-нашему. Слушай, я, наверное, вот сейчас... Вот у меня сейчас 8-й левел. Сейчас беру ульту. У меня уже есть тревел. И я буду максить маршей, наверное. И буду стакать себе. Маршей жуковых, да? Да. А, все, мить. Можно я курочку возьму? Конечно. Спасибо. Пак пытается лазер задоджить, ой. Так, он вниз бегал. Ну, пойдем, пройдемся, пофиг. Ой-ой-ой, тебе нападение мусурское, да? Не. Старку готов. Мусурское нападение. Не, нормально. Там у Вивера нога Человека-паука. Чем больше вивер, тем больше ответственность. Это походу недолгая игра будет. Максимально недолгая. Хен опять с актерами и против раков. Как ты уже достал? Смысл не в том, что кто-то актер или кто-то рак. Мне недавно чувак, короче, на стриме, олдовый подписчик и донатер по совместительству, короче, приколол, говорит, типа, он орёт с этой темы, что некоторые челы пишут, что там какие-то постановы или там актеры какие-то в игре. Это прикинь, ну настолько жестко заморочиться, брать 5 разных ников, 5 разных игроков, и чтобы они там как-то специально это все делали, то типа говорит, надо какую-то тебе там премию выдать за это. Типа, что вот так вот, если ты реально сделал. Ну реально Оскара, раз актер. Ну, типа, да. Фактически, ты прав. Ой, пацаны. Ох! Ох! Это дед тогда дохнет? Да. Ох! Ох! Поехали. Да, знаешь, какой дед? Я осуждаю. Дед старый, какой же еще? Осудительный дед. Осудительный дед. Осуждательный. Рассудительный. Такой вдумчивый. Вдумчивый дед. Что, на базу? Тут немножко подворовал крипиев. Сейчас знаешь, что сделаем? Посмотрим на эту катку, если будет интересное, то оставим одну катку в видосе. Если что, потом можно будет... Я хочу, короче, киборг-убийца перезаписать потом. Чуть позже. Ребят, вам же понравился этот видос киборг-убийца? Кто не смотрел, загуглите в ютубе, а что если киборг-убийца? Очень интересный видос получился, посвященный тоже Тинкеру. Если вам нравится Тинкер, то обязательно посмотрите. Очень интересное видео. Mm.
Не знаю, надо на тупе просто хлопчиков убить, они... Хлопчиков? И просто разбивают, никуда давай, не давай, погнали, я помогу тебе. Давай, начинаем, музычка пошла. Поехали. Нормально, нормально, мусыр это карту. О, я помогу тебе. Беги, дядь. Беги, дорогой. Ради мамы попы. Ооо! Я чуть кильнул. Ну это классика. Не, ну Эль Классико де Пипито. Хорошо. Ну, машина, машина на кунке, да, прям? Ты кто-то в гараж не загнал. Драндулет старый. Драндулет старый. Де Марчелло де Пипето. Нормально, у меня 60 крипов в студию. Not enough, man. 600 хп CM-ка, две ракеты почти умерла. Да, да, в три ракеты вообще. Пиши ФФ. Хорошо. Я, короче, решил немножко на крипстат газануть. И забыл про стаки. По лайнам хватает фарма. Пойдем в лесочек забегу. Как раз подстакать. Догерочки есть, в принципе. Ну и next догончик. И начинаем, дорогие друзья. Поехали. Знаешь, чисто вот это все. Поехали. Антон, а знаешь, кто говорит? Поехали. Мой батя. Да, только он все еще добавляет. Все, поехали. Как будто была запланирована поездка в Uber. Здорово. Ой, вискет Суск. Мне надо, дядя. Да, конечно, тут вот сейчас играю катку не как на стриме. Никто не знает, чё, как играю, да? И типа, блин, вообще никто не трогает меня. Типа, делаешь, что хочешь. Вчера играю на бресте. Чуваки на топ пятером идут гангать свинью. На миду парнишка хороший игрок, я с ним видосы пишу. Его никто не трогает, в итоге он на вокере берет, заканчивает игру просто. Типа жидло. Так, хорошо. Странные ребята. Знаешь, как некоторые говорят? Хен, ну ты же сильный, тебя надо гангать. Вот они и гангают, типа ты же раскачаешься, выиграешь. Насколько это абсурдно звучит. Типа, независимо от героя, меня надо гангать. И там буду на саппорте, надо гангать. А то раскачается. О, типа, если ты реально на каком-то там ключевом персонаже, еще можно понять. Когда на саппорте, блам, понятно. Ну, типа, да. Жиза. Так, ну есть догон. Мне игра это не очень. Я просто стою, хапаю, ну, как, спокойно фармлю, хотя не должен. Ибо я кунка. Ты кунка? Фарминг. Доктор Фишер. Я жестко их задушу. Пацаны не хотят фидить. Я вот типа могу сейчас вообще жестко душить, чтобы они аж ливнули. Но я так делать не буду. А потом же скажут, да, нагинг на тинкере посильнее. Как обычно. Блин, это так несправедливо. Выигрываешь чуваков. Они говорят... Ты с раками играешь. Проигрываешь чувакам, они говорят, ты рак. Антон, как быть? А никак, я сразу понял, что нагинг лучше уже, когда вот ты пикнул героя. Это сразу понятно было. Блин, ну ты меня, конечно, врасплох. Там сразу, он даже пикает тинкера лучше. О чем ты вообще, дядь? О, актер спалился, не пались, не пались. Зак-зак-зак. Убирай, я говорю. Зак-зак? Зак-зак. Зак-зак. Вобу. В жопу. My favor. А нагинг так умеет?
Так, я ничего не видел. Если я ничего не видел, ничего не было. Кик мне, пизи. Я увижу, когда ты наплашаешь. И скажу, что нагер так... Нагер. Нагер. Смотри, не через И, дядь. А надо было через И, конечно. Хорошо, не через И. Нагер. Блин, кнагер. Ой, шутка, не шути. Мои стака зачем фармишь? Ик мне, не можем. Надо ти фид чут. Блин, Даггер говорит. Даггер. Блин, мусор. Работа мне есть, брат. 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 Мини-моджим кик. Пифет. Надо один фит. Смотри, актер бежит. Вот, через магазин. Через магазин. Он просто мимо проходил. Один фит сделай. Один фит сделай. Поехали. Жесть, нифига я заговорился. У Пуджа форстав, дядь, прикинь. Чел олдовый. Блин, как легко киляется, жесть. Я уже даже и забыл, что я даже могу кого-то выигрывать вообще. Что могу даже на тинкере играть, прикинь. А кто такие хоромы? Кто-нибудь объяснит? Ребята, объясните. Это хоромы какие-то там, владения большие. Вот и кик, подожди, три. Напиши yes, Урси идти надо, он попросился. Актер же как-никак. Актер. Пацана, работа, но почему нет? Если работа, то да, надо. Хоромы. Не оставляю шансов. Без анимации так сдохло. Просто, да, так. Поднебесье застывший герой. А, есть. Поднебесный, знаешь его? Нет. Поднебесный, Алексей Поднебесный, или Андрей. Ой, хорош, кикнули усру. Ребят, ну начинается самая интересная игра в мире. 70 фрагов на тинкер-струнке. Я, наверное, через Эзериал пойду next. Чё ты, гангак хочешь? Да, я так... Я мимо проходил. А, мимо проходил. Всё, всё, вопрос с ними. Задоджит, интересно. Задоджил, хорош. Не стал прыгать я к ЦМ-ке в логово. Пещеру ее. Логово ЦМ. Чего? Что Кристина узнает, не надо. Кристина, если узнает, это... Минус дота, минус стримы. Минус дота, минус стримы. Минус ФП скорее даже. Рыбьонка ФП напишет мне. Шишера поймать, интересно, получится. Фига, просто падает, умирает. Так, ну, сейчас догон пятерка будет, буду наглеть. Ну что, я буду тогда на этом, на колодце сидеть? Да, чаечек пить, не тужить, как говорится. Я пошел за чаем. Давайте. Да с вами был... Антонио! Я пошел. Блин, это новый уровень контента. А что если сидеть весь видос и пить чай? Да, и просто сижу пью чай.
Слушай, а чё? Я сделаю когда-нибудь такой видос. Посмотрим, залетит он или нет, типа. Давай. Главное, чтобы... Ну да. Что не залетел, чтобы... Да, чтобы не залетел на что-нибудь другое. Вернёшь? Верни, верни, верни. Возвращай. Я полетел на базу. Алло, прием, товарищ. А. Я сделал вид, что я уже ушел. Так, креста нету, да? Хорошо. Ты, конечно, обманщик, можешь иногда обмануть. Должен же быть хотя бы один актер в команде, правильно? Он есть, это ты. Даже актриса, я бы сказал. Дай мне крест. Полетели. Все, поехали. Возврат. Хорош. Возврату не подлежит. Крест? Или как? Да, похоронный. Погнали. Все, поехали. Хорош. Подожди. Молния через сигарет. Ой, брошка. Оп. Не шей мне срок. О, вот это душевная песня. Крест. Я полетел. Не шей мне срок. Не шей мне ушей. Ха-ха! Лес. Лес, которым управляют. Полетели крест. Бабочку загасили в лесу. Хорошо. Арбузы. Занимаемся арбузами. О, вивер. Чешер. Ах ты, Крис. Хорошо, уже на базе. Сейчас этот реарм в тройку и вообще будет вообще мощь. ДДРК, ДДРК. А, на тебе крест. Нормально, 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 я успею. Все рассчитано, 8 секунд же на кресте есть. Блин, очень сильно бустит на самом деле вот это... Не тратишь время на возвраты. И фулл фарм. Хорошо. Прям очень бодро выглядит. Ты системы в норме, говорит. Полетели. Это по мне, говорит. Кирай, так 4 кнопки, у него еще автоматическое ТП на базу. Да, это вы прикиньте просто, насколько это жестко. То есть это очень жестко бустит героя. Я крест не повесил. Нормально, нормально, я не в опасную зону полетел. Блин, у меня все это время был атрибут открытый, я так был увлечен этим. Миди заварушка. Сейчас я на базу ТП полетел. Давай крест, я полетел. Все, ты готов. Все системы в норме. Не возвращай. Возвращай. Хорош. Еще крест. Угу. Опа. Блин, не успел там. Исал, я единиц, короче, хотел кастануть. Он не дает. Надо вижен поставить, и я под виженом лучше отыграю. Давай, я куплю тогда. Хорош. Ты сюда летит. Летит, летит, летит. Нормально, нормально, я живой. Нифига, я там просто, я просто с Т2 доблинковался до хайграунда. Смотри, я тут варды выбросил, ты хочешь поехать? Давай, я возьму, поставлю парочку вардов. Полетели, крест даешь? Угу. Я заваржусь. Нормально, догоню. А, он даже не ТПшится. Ладно, догон успей. Хорош. Нет. Нет. Нам спрашивают, ты чё, кунка?
Нет. Нет. Поехали. Сейчас, да, я в магаз слетаю. Ну, крест можешь кинуть в магаз так бесплатно. Зарял возьмем. Нормально. Пойду еще вардик поставлю. Поехали. Так, вижен даешь. Крест есть? Угу. Хорошо. Это имба. Да. Ты пошел куда-то. Да я вижу, я просто наперед нажимаю все. Да поставь. Хорошо, вардов нет, проверил. Все, найс, работаем. Таймлапс? Нет. Не хочет. Не хочет. Да и без таймлапса. Отлетит. О, внизу суета, погнали. Возврат, возврат, возврат. Меня сейчас кикнут. Блин, лол. Это типа видос сейчас пойдет не по плану. Иди дерись. Не кик. Лесных можно же ударить, чтобы не защищать? Тебе надо пойти дамагу получить просто. Лесных? Достаточно? Нет, героями. Это база, а не система. Чего, база? Скотобаза. Скотобаза, скорее. Интересно тебе Тинкер пишет? Да, вот как тепы играют за Хинази. Вот так вот. Вот так это происходит. За наших предков! За наших предков! Ну пока, Даггер. Все. 5 минут живем еще. Ты пока без креста. Я вижу. Да я надеюсь, уйду здесь, не должен умереть. ЦМ-ка с Даггером, интересно, нет? Нормально, добегу. Очень быстро. Ой-ой-ой, тараканы, нифига себе. Слушай, ну у меня проблемки небольшие. Но не должен сдохнуть, я очень расфиженный. Печаль. Это очень плохо. Это очень плохо. Блин, ну такое себе. Что это у меня? Вот система, да? Подвела. Чего? Ну то, чтобы мне пришлось выйти с базы. Да, 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 да. Это очень плохо. Вышел с базы, получилось так, что... Блин, аппарат идет вардить. Здесь. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, там очень много, я сейчас на самом деле золота отдал. Стан Огр же есть. Хорош. Это жестко. Нет, не достал. Нет. 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 Нет системы. Блин, обидно так, сдох на самом деле. То, что... Ну, я типа не знаю, у ЦМ-ки Даггер все-таки есть. Вот здесь успел бы ТП-хнуться, не знаю. Вот сюда условно зайти, ТП-хнуться. Он тараканов кинул, уже вижен там был. Не факт, что я бы ТП-хнулся. А, ну все, это камбэк. Не, да они камбэкнут, в любом случае нас-то пушить нечем пока. Но я расфармлюсь, хекс сделаю, я смогу соло очень жестко раскидывать. Я не кидаю пока. Да-да-да. Нормально. Пол хикса есть. Пол хикса. Ты также можешь летать и убивать. Я буду сидеть на базе. Пол хикса имеется. Во, внизу полечу. Дашь крест? Да-да-да. Так, подожди, во, вот так. Нормально. Контролирую. Троллирую. Патрулирую. Крест? Поехали.
Сэмку прогулял. Погоди, погоди, погоди. Нормально, я нормально, нормально, все хорошо. Да. Я пока на низ пролечу. Маршей раскидаю. Хорошо. Почти хекс есть. Хорошо было бы там на хгшке вардик поставить, я сейчас поставлю. Крест дашь? Конечно. Давай. Возвращай. Хорош, спасибо. Крест. Возвращай. Умничка. Ой, вот. Улетел. Хорош, да. Я уже думал, там если, короче, в момент хука попадет. Возврат креста, да, крест не сработает. Я уже подумал, что все, сейчас попадусь. Сейчас на миду. Вообще во миду. Вообще во миду. Крест, дядь. Возврат. Умничка. Крест. Ага. Ой, вард снял аппарат, прикинь. Ах, не успел. Так, но у меня есть... Хекс. Хекс есть. Сейчас на топе маршей раскидаю. Че там, батек делает этот, да? Да, а ты что, слышишь? Да, немножко там слышу, по ступеньке это были. Нормально, я там уже проезжал, смотрел по кайфу, красиво уже. Прям здоровенный такой. Это будет вообще новый уголок. Почти как комната, только открытая. Да, я хекс куплю сейчас. Хорошо. Возврат? Отлично. Отлично. Опа, крип умер. О, креста нет, креста нет. Ну нормально, 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 все. Блин, нам бы так под вар... Пойдем, у тебя сейчас будет кик АФК. Берем варды. Держи, я дропну тебя. Пойдем, пройдемся. Вот здесь завардим и вот здесь. Блин, как я давно таким тинкером не играл, это просто жесть, именно, кайфуй. А если ты не будешь писать кик, меня не кикнет? Или сколько достаточно голосов? Ну, один раз кто-то напишет и все, кикнет. Пойдем. Ты. Так, 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 выгадываем. Смотри, прокастал. Так я просто тут расстрелял их тысяч-тысяч там лазеры там. Не, ну машинка, конечно, бабушка. Есть время, чтобы подвардить? Время есть. Время есть, всегда. Ага, он уже тут. ТП даю. Надо, чтобы ты сбил. Я собью. Все, в принципе, ты дэмэдж похапал, можешь на базу дропать. Дропать. Пойду вард еще поставлю. Второй. Давай, на топ, да, если что, я сейчас прилечу к тебе. Блин, ну кайф. Прокаст офигенно разлетается, вообще ничего не боишься, в принципе. Есть, конечно же, этой теме контра. И не знаю, сразу сказать эту контру или нет. Потому что, когда видосик выйдет, все будут ребята пытаться делать эту комбинацию. Я знаю, очень много ребят сразу после того, как выходит какой-то новый видос, стараются повторять эти видосы. Вот эта штучка, которая за 2000 и... я дальше не скажу. За 2000 штучка? Ну, не за 2000, а дороже. Ну, короче, Еул. Да. Потом Репел. Скиверы, там, хуки, вот это все, что передвигает персонажа, оно может поломать крест. Я на базе. Да, хорошо. Готов. Давай, я ТП на базу делаю, Войду сейчас буду помогать. Хорошо. Или не буду. Даешь крест? Угу. Полетел.
даешь. Крест даешь. Возврат? Хорош. Хорошо. Вообще легко, просто... Я просто настрелял это на вставочку, ну реально. Реально, я просто летаю и настреливаю. О, актеры, смотри. Сразу красава, красава, да? Как договаривались. Как договаривались, пацаны. Блин, ну жестко. Нагер научил тебя так играть. Или Нагер. Нагер. Скорее Нагер. Верни меня на базу. Актеры. Они возвращают. Да-да, нормально, я тут просто отпушу. Нормально, да, там? Спалили меня уже, что Нагер. Это Нагин. Красота. Должен был Нагер оставить наследника после себя. Наследника вот. После себя-то надо. Правильно. Вот он, обученный прототип Нагинга. Даешь кнопку? Да. Возврат. Так. Хорош, да, пойдет. Полечу. Суеты на виду. Через шип. Нормально, не возвращай. Ща вернет. О. Крест? Нет. Что нет? Конечно, конечно. Ах, не поймал. Давай, возвраты. Полетели. Сейчас поймаю. Нормально. Опа, он вернулся еще. Хорошо, хорошо. Ах, Линка. Линка. Вот почему я не могу. Да не блинкуется герой. Жесть. Вот жестко. Оп, ракетку-то одну кинул. Так, я, короче, хочу вот так вот сделать. Крест даешь? У меня пайп. Да-да. У меня пайпа еще. Да почему герой не блинкуется? Сбить! Эх, не успел. Прикинь, там этот ставит, блин, аппарат. Молодец, вардит специально. Нифига там тычки тавера летят, дядь. Видел там настаканы? Сбих. Эх. Тримкоил. Там тычки тавера через всю карту летят. Настаканы огромное количество тычек. Я не знаю, не сдохнуть бы мне. Ну то ладно. Инстапрокасты в криков дает. Инстапрокаст идет. Так, окей, я готов. Где там что-то? Суета будет и... Тычки все еще летят. Тычек много, да, там? Ну, штукой 3-4. Эй, меня за что? Чтоб не забрал, понял? Но он не фанул. Да, актер чисто. Чисто спалился. Хорошо. Теперь вторые тревела. Может, у меня есть вторые. А, я вижу. Все, ребята там ломают, пусть им там чапалаху дают. По-моему, они все ппшки уже написали. Или нет, еще одну не написали. Хорошо, Линку сбил, ну найс. Линку сбил. Крест дэш? Полетели?
Блин, надо там вижен поставить. Очень надо. Невозможно так. Не могу ночью постоянно вот эти прокасты давать. Я не могу. Чалька. No vision. No vision, of course. Зрат. Да вижна не хватает мне просто. Вроде залетаешь. Вот через шиф сейчас нажал наконец-таки. Эй, лоу хп, возврат. Мана нет. Да-да-да-да, мана просто просела. Но я могу грифс сделать, кстати. Надо грифс сделать. Грифс сделаем. ХП, мана получит побольше будет. Куру отправил в магаз. Че там, батлыга? Возьмем батлыга. Крест даешь? Хорош. 12 тысяч золотых в студию. Так, есть грифс? Блин, ну жестко. Овнит. Прям по-страшному получается. Овнит очень жестко. Тинкер через кунку. Если нету прямой контры, это прям очень жестко. Вон, ребята просто в таверн. С таверн не вылазит. 4.20, 4.16, 0.12. Так, а что, не хватает чего-то? Все, хватает. Что там, подписывайтесь на канал в ютубе Хенозес. Это если что, так, на справочку вам. На вставочку вам. Вставочка. Я обиделся. Десять к ПТС. Мусур ПТС и назвал мне какие-то. АХД. Возврат. Ты не устал там кнопку нажимать? Все, я полетел, раздавай. Ах ты глимер, блин. Блин, надо возврат делать. Возврат оформлять будете? Там глиммер, короче, кто-то раскидывает. Напряжно очень. Через shift нажимаешь, короче, сбивает. Я орнулся бы, я сейчас пака успел хекс поймать, он бы возврат не сделал. Так, есть крест? Все есть. О, no. Блин, опять глиммер, блядь, да что ж такое? Отлично. Возврат? Хорош. Полетел. Креста нет. Хорошо. Теперь есть. Я что-то очень так динамично там увлекся. Ну, не через шир, прям, конечно, там надо таргет хорошо. Да, таргет нужен хороший, конечно. Да, таргет нужен хороший, если ты играешь уже без шифта, то есть в моменте, когда ты уже шифт не юзаешь. То есть вижена, если не хватает на шифт, то уже тяжело. Ай, GG, короче, пак, по-моему, крайний был. Не, он... Аппарат, чмо. А, чмо. Просто понятно. Вот так вот надо. Тыщ. Ух ты. Хорошо. Нормально настрелено. Настрелено хорошо. Крест есть? Да. Хорошо. Хорошо. Под колодцем прям. Блин, ребят, ну стратегия максимально рабочая. И в принципе у нас получился вот такой вот фановый видосик.
Я думаю, тут больше не нужно ничего добавлять, потому что катка максимально получилась, по сути, удачная. И, в принципе, меня не поймали много раз, да, и, в принципе, и фрагов очень много, и стратегия в целом понятна. И я думаю, ну, такого видоса будет достаточно для того, чтобы вы понимали, насколько это жесткая комбинация без контроля. То есть, если нету какого-то условного Юла или какого-то Рипела, который можно накинуть на Тинкера, чтобы сбить этот крест, то немножко, конечно же, тяжело, тяжело контролить вот эту тему. Диффузом это не контрится. Станами не контрится, ченнелингами всякой темы и хиксами тоже не контрится. Поэтому немного тяжело ловить этого тинкера. Но и в целом, надеюсь, этот видос вам понравится. Антон, как, не устал там X нажимать? Очень устал. Я устал. Чуть не устал. Ну, в целом, короче, ребят, вот такой видос. Думаю, вторую часть нет смысла писать, потому что у нас готовится видос «Киборг-убийца», вторая часть. И там уже будем, как говорится, гулять на полную, как говорится, руку. На полную руку гулять будем. Вот, и... делай это упражнение, чтобы спина не болела, ребятки. На этом все. С вами был Ксаназис и до скорого. Всем пока-пока. Пока-пока. И полетели. Камон. Хорош.